снова Слепышев. Куракин и Питаке. Клинхаммер рядом с ним. Перевод на дальний борт. Здесь Акулов. Подыгрыш. Робинсон, Акулов. Поменялись местами. Акулов за ворота. На пятаке Светлаков. Передача. Классный гол. Какой классный гол забивает ЦСКА. Антон Слепышев здесь. Просто браво Константину Акулову за эту паузу. За то, как красиво он выходит из-за ворот. И просто образец. Образец реализации игры 5 на 4. Да, действительно. Вот сижу и аплодирую Акулову. Посмотрите за его действиями. Какая пауза. Какое видение площадки. Причем смотрит-то он в одну сторону, а отдает совершенно в другую. Слепшего оставалось всего лишь попасть в пустые ворота. Очень хороший ракурс и очень хорошая передача от Акулова. И надо сказать, что Акулов пятую игру подряд не уйдет без набранного очка.